13.06 в Кирове. Это действительно программа «Особое мнение». Веду ее сегодня я, Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает предприниматель, депутат Гордумы 5-го созыва Алексей Кузьмин. Леш, добрый день. Добрый день. Цитирую по сайту наших коллег 7 на 7. Арбитражный суд Кировской области признал недействительным разрешение на строительство полигона ТБО в Слободском районе. Это полигон в Усинцах. Местные жители не уверены, что это окончательная победа. Правительство региона намерено обжаловать решение суда, а аэроклуб ДОСАФ добиваться отзыва разрешения на ввод полигона в эксплуатацию. Вот, наверное, я хочу тебя попросить прокомментировать фразу «местные жители не уверены, что это окончательная победа». Кто здесь победил в итоге? Хотя бы не окончательно. Действительно, давно уже наблюдаю за этой ситуацией, знаю ее, может быть, даже немножко изнутри. Часто приходилось общаться и с бывшим руководителем Куприта, который эту тему в том числе знает досконально. Поэтому отвечу следующее, что это настолько сложный и болезненный вопрос для города Кирова, это утилизация, переработка и вывоз ТКО, что просто так с кондачка у действующих предпринимателей, а мы сейчас говорим о ООО «САХ», это частная организация, с кондачка такой вопрос решить не получилось. И мне кажется, здесь очень много факторов, очень много проблем на это наложилось. Первое, что не было вообще проведена согласовательная работа со всеми потенциальными, скажем так, участниками этих, вот этого процесса строительства полигона, а именно в том числе ДОСАФ, не предусмотреть конфликтную ситуацию с ДОСАФ была допущена так называемая там, менеджерская ошибка. Я считаю, что это так и есть. Это первое. Второе, не проработали местные власти, власти Слободского района, областные власти не проработали вопрос с информированием населения о строительстве этого полигона. То есть помните, что возникали стихийные и организованные акции протеста, люди возмущались строительством этого полигона, и они стали это делать только после того, когда уже туда поехали КАМАЗы, уже был построен забор и уже начались строительные и монтажные работы. Значит, это говорит о том, что люди заранее не знали о том, что здесь планируется такой объект, и этот объект может нанести вред экологии, там, окружающей земельной инфраструктуре. Или там, не нанести. Далее. Или не нанести. То есть собственники, учредители, значит, и областные, и слободские власти не уведомили, не проинформировали местное население об этом полигоне. И вот возникла такая ситуация. Это первое. Второе, с ДОСАФом. Ну, безусловно, строительство такого объекта требует самой серьезнейшей проектной проработки. И не видеть о том, что, и не сопоставить о том, что недалеко и поблизости находится аэродром, который тоже подчиняется определенным федеральным законам и определенным правилам размещения такого рода объектов. Ну, мне кажется, было это, мягко говоря, неправильно, а проще говоря, это было попустительство. Мол, мы с ними и так договоримся, мы тут сейчас построим на несколько сот миллионов рублей такой серьезный большой объект, а уж какой-нибудь там полигон и какой-нибудь ДОСАФ, мы уж там с ними точно общий язык найдем. Вот не нашли. И я считаю, что ДОСАФ действует абсолютно в рамках буквы закона. У него есть федеральное законодательство, у него есть правила размещения подобного рода объектов, и он с этими правилами выступает в арбитражном суде, доказывает свою правоту. Я не выступаю ни в коем случае на стороне какой-либо из этих сторон, либо там правительства, либо городских властей, САХ или ДОСАФ. Я просто говорю о том, что изначально надо было этот вопрос прорабатывать. И все в данный момент сейчас действуют в рамках буквы закона. ДОСАФ в рамках размещения аэродрома, САХ в рамках утвержденной схемы вывоза и перемещения ТКО, правительство тоже в рамках утвержденной уже схемы. Ну вот кто окажется прав, мне кажется, в этой ситуации будет оценивать суд. Как воспримут и как воспринимают вот эту конфликтную ситуацию и эту ситуацию в суде местные жители, мне кажется, то, что процесс затянулся,
Местные жители думают, что это победа. Но мне кажется, что на сегодняшний день, там, если правительство, там, САХ и ДСАФ все-таки найдут общий язык и как-то согласуют этот вопрос, в том числе, скорее всего, этот вопрос сейчас согласуется на федеральном уровне, не на местном, это настолько серьезный болезненный вопрос, то, мне кажется, в этой ситуации местные жители проиграют. А не проиграть они могут при одном, если САХ, как владелец этого объекта, все-таки убедит местных жителей, что полигон безопасен, что он не представляет угрозы для грунтовых вод, для земель и для воздуха, что местные жители могут спокойно здесь жить и растить своих детей. Это самое важное. Да. Еще один заход на окончательную победу. Все-таки кто здесь побеждает? Ведь мы знаем прекрасно, для чего строился полигон в Осинцах. Полигон в Костино, который обслуживает полумиллионный город Киров, давно переполнен и давно туда вывозится мусор уже сверх всяких нормативов. С 1 января мы будем платить по тарифу 130-150 рублей с каждого человека за вывоз мусора. Мусор этот куда повезут? Так вот это-то и самый главный вопрос. И когда... Осинцы арбитражный суд не открывает. И когда проводили проектную документацию, когда проводили согласовательные вопросы по этому объекту, надо было предусмотреть все нюансы. И все прекрасно понимали, что Костино переполнено. Вот я тебя спрашиваю сейчас о нашем настоящем и будущем. Вот, как сказал один из руководителей САХа, непосредственно владелец этого объекта, что ситуация может быть патовая, Шихов, ситуация может возникнуть патовая и, мягко говоря, может привести к мусорному коллапсу. И эта проблема была не в этом году, и она была связана не с ТСАФом, а еще с бесконечной, в каких-то частях неправомерной эксплуатации полигона Костина. Вы же знаете, что полигон этот эксплуатируется в рамках ЧС. Он уже переполнен, все. Там настолько много твердых отходов, что этот полигон, я вообще не понимаю, как до сих пор туда машины с ТКО вывозятся, и как он получил разрешение на этот год. И поэтому, действительно, это был болезненный вопрос, этот вопрос надо было поднимать раньше. И помните инициативы, которые поднимал и я, и там группа инвесторов были по строительству мусоросжигающих заводов, по строительству мусоросортировочных, мусороперерабатывающих заводов. Вот здесь поподробнее. Вот этот вопрос надо было поднимать раньше, эти шаги надо было делать раньше. Мы помним эту ситуацию, которая очень яростно захлестнула буквально нашу общественность несколько лет назад, начиная с общественной палаты. Я просто была там на первом совещании, когда люди об этом говорили, они наряду с серьезными вопросами и сомнениями по безопасности этого полигона говорили о том, а сколько будет мусора, а будет ли сортировка, а будет ли переработка, а как нам компенсируют неудобства того, что вот это располагается рядом с нами. Вот на эти вопросы мы получили ответы? Я думаю, что нет. Я думаю, что в этой ситуации областные власти, а именно департамент Министерства природопользования и охраны окружающей среды, не проработали этот вопрос. Вы же помните заявление Альбеговой о том, что еще год назад, полтора года назад схема ТКО обрабатывается, схема ТКО согласовывается. Мы решаем вопрос по схеме ТКО. И довели ситуацию до такой степени, что схема ТКО была утверждена буквально недавно. Она была утверждена недавно. Тариф не утвержден. Подрядчики были выбраны совершенно недавно. И когда эта схема была утверждена, подрядчики сейчас были выбраны, тариф будет утвержден на днях. И только сейчас мы вспоминаем о том, что у нас подвис главный вопрос. А куда мы будем вывозить мусор? Где мусоросортировочные заводы, которые должны были появиться еще ранее, которые должны были появиться на полигоне Костино в том числе, и появление новых мусоросортировочных, мусороперерабатывающих и в том числе мусоросжигающих заводов рядом с полигоном Костино могло бы оттянуть мусорную проблему нашего города. Власти нам говорят насчет сортировки и переработки, что российское законодательство и российский опыт пока не позволял нам строить эти объекты, потому что, в общем-то, еще опыта такого и не было.
знаете, этих примеров уже даже не по пальцам сосчитать. Этих примеров по стране уже десятки. Крупнейший мусоросортировочный перерабатывающий завод находится здесь у нас под боком, в Нижегородской области. Не зная об этом опыте, не зная правовые основы вот этого проекта, мне кажется, здесь областные или там городские власти лукавят. Потому что эти объекты существуют, они работают, они приносят прибыль, они получают субсидии и субвенции, в том числе из федерального бюджета. Может, надо дать... В России строится 5 мусоросжигательных заводов. В Краснодарском крае под Олимпиаду Сочи, а это, напомню, 2014 год, был построен огромный там мусоросжигательный завод. То есть мусоросортировочные заводы в Краснодарском крае существуют. Говорить о том, что в России нет положительного опыта применения таких объектов, мне кажется, это лукавство. Прервемся. Это особое мнение Алексея Кузьмина, экс-депутата городской думы, 5-го созыва бизнесмена. Через полминуты еще немного о мусоре. Здесь вышла замечательная публикация на Ньюслере «Мусорные короли. Кто и сколько заработает на кировских отходах». Вот как раз определены подрядчики на вывоз мусора. Мы их видим. И наши коллеги делают некие связи между теми, кто, собственно, захоранивает этот мусор, кто его будет перевозить и кто будет получать основную прибыль. И складывается из этой публикации такое ощущение, что это все одни и те же лица. Да, это программа «Особое мнение». Продолжаем разговор с Алексеем Кузьминым, бизнесменом и депутатом Кировской городской думы 5-го созыва. Напоминаю, сейчас уже 6-й созыв. 6-й созыв работает. И вот, кстати говоря, депутат 6-го созыва Кировской городской думы Михаил Шихов постоянно фигурирует как человек, который является совладельцем, соучредителем и так далее, многих компаний, которые связаны с мусором. В том числе САВ, крупнейшая компания, которая мусор, собственно, вывозит. И компании Куприт, я так понимаю, КДУ-3, я не знаю, там все намешано, но вот коллеги из Ньюслера, я уже упоминала, в публикации «Мусорные короли. Кто и сколько зарабатывает», постоянно спекулируют этим именем. Оно практически вот везде абсолютно присутствует, на всех этапах, которые связаны с мусором. От полигона в Лосинцах до тех, собственно, компаний, которые сейчас разыграли тендер на очень большие деньги. Очень большие деньги. Там даже цифру назвать страшно, насколько они велики, на вывоз мусора. И, во-первых, мы видим, что это 3 всего компании, которые всю Кировскую область, все 496,39 тысяч тонн отходов будут в год вывозить и осваивать 1,56 миллиардов рублей в год денег. Собственно говоря, там расклады по каждой компании есть. Мы это видим. Полигон в Осинцах тоже он строил. Полигон в Осинцах тоже он строил. И он же нам говорит о том, что они же будут строить когда-то, не знаю в какой перспективе, но мусоросортировку, а потом мусоропереработку. Тебя не удивляет, что всегда, вот на всех этапах по мусору, что-то присутствует один человек, ну и еще там пара-тройка фамилий, которые с ним связаны на всех этапах. Или это нормально, может быть, правильно? Я вообще, мягко говоря, не ярый сторонник монополизации чего-либо. Потому что он самый надежный человек, единственный, кто разбирается в этом. Я не знаю, кто в чем разбирается, но мне кажется, вообще монополизация любого рынка, любого сектора экономики, она никогда ни к чему хорошему не приводит. Если мы сейчас говорим о мусорном вопросе, о мусорной теме, то есть прецеденты, их много в других субъектах Российской Федерации, где были разыграны аукционы на вывоз ТКО, и вы знаете, там победила несколько компаний, совершенно не аффилированных друг к другу. Это говорит о том, что рынок по вывозу ТКО в этих регионах, он будет не монопольным, он будет конкурентным. Эти компании будут состязаться между собой за более лучшие, выгодные, эффективные условия по вывозу ТКО. Ну вот, мне кажется, в этих регионах ситуация может быть нормальная и конкурентная. А в нашем регионе, как обычно, у нас всегда все любят отдавать в одни руки, потому что так областная и городская власть, неоднократно я слышал это утверждение, что так легче контролировать, так проще контролировать, и, наверное, это уже я добавляю, что так меньше приходится работать, что областным, что городским властям действительно в одни руки отдай, а там уж как-нибудь с ними мы договоримся. И вот как-нибудь уж мы договоримся, мы сейчас видим на примере вот этого потенциального концессионного соглашения, в том числе на коммунальные все услуги, это канализация, горячее водоснабжение, отопление. Когда одному предприятию сначала отдали в аренду половину всех сетей города, а вторую половину он
нещадно эксплуатировал, но ремонтировал исключительно свою арендованную половинку. А сейчас мы пытаемся отдать ему все коммуникации, всю коммунальную инфраструктуру города Кирова и надеемся на то, что а вот сейчас-то он точно будет все ремонтировать и вложит эти 17 миллиардов рублей. Давай вернемся. Вернемся, если возвращаться к мусорному вопросу, то здесь, ну, мое мнение, мы же на передаче особое мнение, мое особое мнение по этому вопросу, что мы вспоминаем только одну фамилию, которая, как называют репортер, является мусорным королем нашего города. Но я убежден, что есть учредители, есть директора, а есть бенефициарии. Вот почему-то фамилию бенефициариев ни одно СМИ не произносит. Ну, наверное, пока так оно и есть, что... Они известны? Ну, мне кажется, определенным кругам, естественно, это все известно. Потому что заниматься такими миллиардными вопросами, а, повторюсь, речь идет о многомиллиардном контракте, и заниматься это в одиночку, и скажем так, организовывать такие схемы по полному контролю над целым сектором экономики, а сейчас в нормальных странах мусорная тема – это целый сектор экономики, это вывоз, переработка, хранение, вторсырье там, и так далее. Ну, мне кажется, в одиночку с таким не справиться. Это первое. Второе, что касается мусорного вопроса, то, может быть, мы поднимем тот самый вопрос о пробке возле торгового центра «Макси», которая появилась. Это связано напрямую, потому что если я в основном всегда выступаю за приватизацию крупных предприятий города, МУПов, которые являются совершенно неэффективными, и их функции должен выполнять частный бизнес, то в вопросе вывоза ТКО я совершенно не сторонник приватизации, а когда, вы помните, относительно недавно еще была приватизирована компания САХ, это же было городское предприятие, и вы, может быть, вспомните, за какие копейки она была приватизирована, во-первых. Но Куприт-то еще не приватизирован, а именно Куприт является... Его остановили в шаге от приватизации, буквально в шаге, за 34 миллиона рублей. Да, поэтому... Хотели продать за 34 миллиона рублей? Была приватизация, уже был пакет документов, полностью Куприт готов на соглашение с городской думой о приватизации пакета Куприта за 34 миллиона рублей. Я не знаю, что такое 34 миллиона рублей, но мне кажется, одно здание конторы Куприта стоит примерно столько же. Это я не говорю о полигонах, я не говорю о технике, там, людях. И о нынешних контрактах. И о нынешних потенциальных контрактах. Но это было еще до подписания, до аукциона на вывоз такого. Поэтому сейчас, конечно, компания капитализировалась, и, надеюсь, городские власти либо полностью откажутся от проекта приватизации этой компании, либо приватизируют его за такие деньги, чтобы город мог купаться в этих деньгах и делать бесконечные тротуары и фасады зданий ремонтировать. Потому что эта компания сейчас стоит очень дорого. У нее на руках подписанный колоссальный контракт на 10 лет. Так вот, вернемся к мусорному вопросу и зданию, которое на Московской. Мы говорим про торговый центр «Макси». Да-да-да. Сначала на этой территории располагалась база САХ. Городской бюджет вливал туда бесконечные миллионы, в том числе в ремонт административных помещений. Вы помните, там красивые фасады относительно были, пластиковые окна, новые крыши и так далее, и так далее. И вдруг город закупает технику специализированную, и вдруг на многие миллионные, на миллионы, и вдруг неожиданно это предприятие приватизируется за смешные деньги. Затем, ну, земельный-то участок остается в собственности города, и вот за 130 миллионов рублей, если я не ошибаюсь, город продал этот земельный участок татарской компании под строительство торгового центра «Мегастрой». «Мегастрой» здесь должен был появиться, но в связи с появлением Леруа Мерлен «Мегастрой» отказался здесь строиться и, видимо, перепродал этот участок вологодской компании «Макси». Хотя компания «Макси» в своих комментариях официальных говорит, что напрямую покупала участок земли у компании «САХ» без «Мегастроя». Очень странная схема, потому что, скорее всего, ну, конечно, я могу предположить, что это была какая-то обратная сделка, и все-таки татарскому «Мегастрою» не было продано, но, насколько я знаю, что сделка была состоявшаяся. Возможно, это была регрессивная сделка. Возможно.
Но тем не менее, это мы сейчас все о приватизации. Вопрос о приватизации, что как раз ТКО приватизировать-то не надо. Это настолько социально важный и настолько социально острый вопрос для нашего города, что приватизация Куприта может нанести колоссальный вред и полностью монополизирует этот рынок. Он и сейчас практически монополизирован, потому что через своего учредителя Шихов находится и в Куприте в учредителях, и в САХе, и в КДУ, и так далее, и так далее. И на всех предприятиях, в половине предприятий, которые прописаны по адресу Большое Скопино, дом 1. Вы же знаете, какие еще компании были прописаны по этому адресу. Бывшего главы администрации Дранова компании были там. Компании, которые подрядчики у Гордормостроя, компании Стромит, которые сейчас банкроты, и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, все цепочки вы, уважаемые слушатели, начнете строить самостоятельно. Ну, с приватизацией, кстати говоря, раз уже заговорили о Максе, то комментарии компании Макси о покупке участка есть на портале «Город Киров». Они там говорят, что купили у САХ этот участок, потому что все спрашивали, почему не появился сквер, который обещал Мегастрой, когда хотел туда зайти. Теперь понятно, кто продал участок компании Макси и почему он вдруг такой обрубленный получился, и сквера горожане не получили, а получили транспортный коллапс, который тоже будет сейчас решаться за бюджетные средства, насколько мы понимаем. Да, ну вот как-то и все это происходило вот за предыдущие 10 лет, да, вот. Ну, так и есть. Вот предыдущая городская власть, она натворила таких делов, нарубила таких лесов, что я не нахваливаю действующую городскую администрацию, но тем не менее действующей городской администрации приходится работать в этих условиях и разгребать те конюшни, которые были оставлены предыдущими градоуправителями. А ты видишь, что они разгребают? Вот если возвращаться уж к этому вопросу, если уж возвращаться к этому вопросу, то моя позиция изначально была такая, что действительно столько было оставлено проблем, столько было создано коррупционных схем, и эти коррупционные схемы подтверждаются уголовными делами во многих муниципальных предприятиях и учреждениях в нашем городе. И я думал, что местная власть действительно настолько сильно взялась за разбор того, что осталось. Постоянно меняются новые команды, меняются руководители, пытаются предложить определенные проекты, проводится урбанистический форум для того, чтобы попытаться изменить облик нашего города. Но, вы знаете, вот все больше бизнесменов, моих знакомых, да в том числе и у меня такая позиция, с каждым днем все больше и больше складывается. А действительно ли разгребаются вот эти конюшни Авдеева, которые были оставлены городской администрацией? А уж случайно не происходит ли подмена понятий и не происходит ли новый контроль над всеми финансовыми городскими потоками? Ведь вот многие мне бизнесмены утверждают в один голос, что появилось слишком много интересантов, слишком много бизнесменов из соседней республики, например, из Татарстана. Слишком много. Слишком для чего много? Для прежней ситуации. По сравнению с прежней ситуацией. Слишком много. И может, и неплохо, что... И аппетиты у этих бизнесменов, чиновников, мне кажется, они, скажем так, с казанским размахом, не с нашим, с местечковым, да? Ну, с другой стороны, смотри, с другой стороны, сейчас будет у нас перерыв, просто задам этот вопрос, потом попрошу тебя ответить. С другой стороны, только что мы говорили о том, что, например, мусорный рынок, а если посмотреть повнимательнее, то и строительные, и земельные отношения, у нас жестко монополизированы ограниченным кругом лиц местных фамилий, которые ты знаешь, сейчас не называешь, да? Но они все известны. Очень жестко монополизирован. Можно посчитать, может быть, знаешь, вот по пальцам одной руки. Согласен? Согласен. И это все местное. И ты говоришь, что это плохо. Так это будет мой вопрос, сейчас перерыв будет. Так может быть и неплохо, что заходят татарские, нижегородские, какие угодно московские, для того, чтобы такой монополизированный рынок все-таки стал конкурентным. После перерыва попрошу ответить. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает депутат Кировской городской думы 5-го созыва прошлого Алексей Кузьмин, бизнесмен. И я тебе задала до перерыва следующий вопрос. Вот мы только что разбирали ситуацию с монополизацией мусорного рынка. Ну, практически полной, да, монополизацией
владеют рынком в Кировской области, судя по тому, что пишут СМИ из открытых данных, где материал по пальцам одной руки посчитать даже меньше. Привели пример с торговыми центрами, тоже лицеаффилированные и всем известные. Вспоминаем примеры с парками. Тот же Парк Победы, и мы знаем, как там связаны люди. Мы говорим о том, что за последние 10 лет ограниченному кругу лиц достались земли, предприятия, да, достались там куски экономики. Сельхозсубсидии. Сельхозсубсидии, да, об этом тоже неоднократно здесь говорили. И вот ты сказал перед перерывом, что ты слышал, что тебе говорят, что есть интересанты из Татарстана, которые рассчитывают зайти на наш рынок. А я спросила, может быть и неплохо. Вот может быть и неплохо, чтобы из других регионов начали заходить и ограничивать монополию этой вот олигархической, так скажем, в кавычках, верхушки кировской, которая на протяжении десятилетий здесь, собственно говоря, завладевала, да, вот различными секторами экономики. Если неплохо, то какие признаки должны быть тогда? Если плохо, то какие тогда? Или это только плохо? Нет, я отмечаю вот этот вопрос, я бы хотел сказать и положительные, и отрицательные стороны. Положительные, безусловно, я это 20 раз уже и в эфире у вас в студии это произносил, что рынок Кировской области, города Кирова, должен быть конкурентным. Это ключевое условие развития любой нормальной экономики. Любой. Ну, в какую страну вы не приедете, везде рынки конкурентные. Редко... Для этого надо из России выехать. Вот, редко такое бывает, что рынки монополизированы. У нас же Кировская область, здесь монополизировано почти все. Куда ни плюнь, какую сферу и сектор не возьми, почти все везде монополизировано. Сельское хозяйство, одни бенефициарии. Строительство, их по пальцам сосчитать. Значит, дорожный ремонт, дорожное строительство было монополизировано в одних руках, там, и так далее, и так далее. И сейчас, если мы говорим о заходе сюда, в регион новых игроков, это плюс. В том числе появление московских девелоперов. Я знаю, что московские интересанты, у которых денег много, они уже в Москве начинают приедаться, потому что земельных участков в Москве уже не осталось. Поэтому начинают активно выходить в регионы. В том числе я знаю о потенциальных переговорах о покупке нашей крупной строительной компании московскими девелоперами. Я считаю, это классно, это здорово. Это московский игрок с московскими стандартами, с определенными, и с московскими, скажем так, уровнем ведения бизнеса. Почему бы и нет? Возможно, это подстегнет наших предприимчивых строителей, у которых маржинальность в строительном секторе зашкаливает. Ну, мне просто, я совершенно, скажем так, не строитель, но тем не менее, я знаю, мне называли стоимость квадратного метра в городе Кирове панельного дома, себестоимость. Вот знаете, какая? Какая? 18 500 рублей. А если учесть, что в среднем сейчас новое жилье продается даже панельки за 42 000 рублей, то примерно оцените эффект маржинальности в строительном секторе. Поэтому, естественно, этот рынок интересен, он интересен и привлекательный для других игроков в соседних регионах. Ради бога, пускай заходят. Тоже, что касается дорожного строительства, мы уже устали от местных подрядчиков дорожных. Ради бога, заходите другие, но заходите со своими технологиями, со своей техникой, со своим битумом, со своим асфальтом и так далее. Потому что тот материал, который используется у наших подрядчиков, он не выдерживает никакой критики. Ни асфальт, ни битум. Битум у нас завозится уже давно, и даже за 1000 километров из Уфы, из Ярославля, откуда угодно его возят. То есть щебень, про щебень это вообще уже притча во языцах, о нем разговаривать уже тошно. Использовать чембулатский щебень невозможно в дорожном строительстве. Но тем не менее, значит, подрядчики все его используют, и все эти материалы относительно плохого качества используют в наших дорогах. Так пожалуйста, ведь, так заходите. Так ведь в техдокументацию, кто закладывает этот щебень? Заказчики. А самое страшное, не кто закладывает документацию, а кто еще и принимает это все. И когда монополизирован рынок, когда заказчики, составители техдокументации и приемщики одни и те же лица. И когда они подписывают одни и те же документы, только, не знаю, печати там меняют, фамилия стоит одинаково, а печати меняют. Это так, для словца в ряде сказал. Тем не менее, значит, заход сюда, в Кировскую область, других игроков в любых секторах
он приветствуется. Это здорово, это классно, это конкурентная среда. Но еще раз повторяю, что интересы у этих интересантов, простите за тавтологию, они гораздо выше, и аппетиты их гораздо больше. Вот давайте разберем на том примере, в котором, ну, скажем так, я как рыбка в воде плаваю. Это, например, энергосервисный контракт на уличное фонарное освещение города Кирова. К сожалению, вообще, к моему, что эту тему местные СМИ как-то так сторонятся и обходят стороной, не публикуют материалы с этим связанные. А речь-то, между прочим, идет о 640 миллионах рублей. Вот мы сейчас, и мы, и вы, и другие комментаторы обсуждают мусорный вопрос, там 1 300 000, а здесь 640. Ну, в два раза поменьше, но тем не менее, колоссальная цифра. Почему-то этот вопрос никто не поднимает. А я в этой теме, скажем так, я в этой теме занимаюсь, я эту тему знаю, и хочу вам сказать следующее, что в рамках этого энергосервисного контракта в городе Кирове планируется заменить порядка 24 тысяч светильников уличного фонарного освещения. А самое страшное не это. Самое страшное, что предложение от моей компании, городской администрации, потенциальным подрядчикам, горэлектросети, оно было проигнорировано. Мое предложение по этому контракту составляло не более 270 миллионов рублей. Этот же самый, скажем так, уровень освещенности, 7-летней гарантии на светильник там, и так далее, и так далее. То есть мое предложение было подписание энергосервисного контракта на 7 лет со стоимостью контракта до 300 миллионов рублей. А сейчас контракт 640 миллионов рублей. И я вам хочу сказать, что стоимость одного светильника даже с системой АСУНО, это автоматическая система управления наружным освещением, будет стоить 26 тысяч 700 рублей за светильник. Вы представляете стоимость этого светильника, если мой светильник, например, ну, там, моего завода-изготовителя российского с идеальным качеством 7-летней гарантии стоил 7100 рублей. Ну, подожди, Леш, это я просто все к вопросу о миллионах. Да, поясни, пожалуйста. Ну вот смотри, разве такие контракты не заключаются на какой-то конкурсной основе? В начале декабря будет проведен аукцион. Угу. Будет проведен аукцион. Аукцион для чего проводится? Чтобы предложили разную цену. Разную цену, но самое-то интересное, что мы полностью изучили техдокументацию на этот аукцион. И техдокументация, она очень узкая. Она очень узкая и позволяет предложить немногим более 2-3 наименований светильников со всей страны. У вас есть прекрасный совершенно способ. Мы хорошо это видим на примере закупа автобусов. Да? Белорусские МАЗы должны были прийти к нам еще в сентябре. Подать в УФАС. Потом, значит, какая-то российская компания, несколько даже. Дилер Павловского завода. Да, пазики, которые, да, мы знаем. Они подали жалобу, отменен был контракт, и вот смотри, все переигрывают. У вас есть такая же, наверное, история? Вот прямо сейчас юристы изучают этот вопрос, а не подать ли нам, как потенциальному участнику энергосервисного контракта, жалобу, потому что помимо нас я точно знаю, что кировским рынком интересовалось не менее 5 производителей светодиодных светильников. И я вот сижу и думаю, а может быть нам скооперироваться и созвониться со всеми этими производителями, подать, может быть, коллективную жалобу, потому что сюда зайдет игрок, он получит он поменяет 24 тысячи светильников одномоментно и будет 7 лет получать хорошие гонорары за свою работу, потому что светильник за 27 тысяч рублей себе даже Москва не позволяет такие светильники. Мы поставляли в ЦАО города Москвы, вокруг Кремля висят наши светильники, вокруг Кремля, повторюсь. Даже Москва закупает светильники стоимостью в 6-7 тысяч рублей. Вот, а почему? А у нас Киров настолько элитарный, что у нас 27 тысяч рублей. Насколько я помню, ты уже рассказывала примерно, что есть такая опасность в нашем эфире. А почему вы до сих пор жалобу не подали тогда? Чего вы ждете? Ведь есть законные механизмы. Нет, вот, юристы изучают сейчас документы и возможность подачи жалобы. Это не так просто, как вам кажется. Вы думаете, что это жалоба на бумажке А4 формата ФАС, и натика ФАС, разбирайтесь. Нет, все-таки это серьезная жалоба. Подавать будете? Мы прорабатываем этот вопрос вообще. Есть ли смысл подавать и как сформулировать эту жалобу? Потому что ничего не мешает заказчику прописать определенные технические
те характеристики, светильников, которые надо именно ему. Он это может объяснить и аргументировать. Но ты же понимаешь, что если город писал заказ, вот они, послушав тебя сейчас по радио, не станут чесать в затылке и думать, что что-то мы вот не додумали, а вот Алексей-то Кузьмин, он додумал. И вдруг сразу начнут менять там документацию. Так же не произойдет. Так это не бывает, это первое. А во-вторых, в том числе у меня масса было комментариев к тех заданию. Например, не будут заменяться кронштейны, так называемые кронштейны, это вот такая стальная палка, которая с бетонного столба свисает и на которой висит светильник. Так вот, кронштейны в Кирове настолько допотопные, старые и уже морально устаревшие физически, что их бы тоже надо засовывать в энергосервисный контракт. Но у нас будет красить краской по ржавчине. Соответственно, ну это я образно сказал, в контракте даже нет покраски этих кронштейнов. А провода будут убирать? Нет? Провода никто не будет убирать, столбы фонарного освещения никто не будет менять. Хотя... А можно за 27 тысяч поменять столб, кронштейн и фонарь? Вот мы просчитывали этот вопрос, мне кажется, цифра порядка 40-50 тысяч рублей за светильник. Да, это будет больше, тем не менее, там, чтобы столб, провода туда спрятать там, и так далее. Но так поступают многие города. Мы знаем, мы были на выставке «Дороги 2018» в Казани, мы детально обсуждали все энергосервисные контракты в нашей стране. Их всего-то за 3 года было подписано на 4,7 миллиарда рублей. А наш город на 640 миллионов рублей. И так мало внимания средств массовой информации, общественности уделяется этому контракту. Это контракт, скажем так, общероссийского масштаба. Но Тюмень, например, заключала энергосервисы на определенные кварталы и районы города Тюмени и получила эффектную картинку, эффектное освещение и выгодные контракты. В том числе с точки зрения урбанистики. Мы ставим вопросы по энергосервисным контрактам, безусловно, в ближайшее время нашим властям. Благодарим за наводку Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы 5-го созыва, бизнесмена. Это было его особое мнение. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. До свидания.